Всем привет! Сегодня я расскажу вам о том, как вырастить огурцы на подоконнике. Я думаю, что со мной каждый согласится, что получить молодых зеленцов к вашему зимнему столу – это одно сплошное удовольствие. Итак, что нам потребуется для того, чтобы вырастить качественную рассаду? Прежде всего, конечно же, грунт и семена. Семена бывают разные. По своему опыту я могу сказать, что нужно выбирать скороспелые, раннеспелые и пучкового типа. Вот здесь, как правило, на пачках всегда написано, какого типа огуречки. И самопыляемые. Это самое главное требование. Почвовая смесь для огуречков должна быть достаточно питательной. Наши производители о нас позаботились. Смотрите, они уже в этом году появились на рынке грунты, которые содержат маркировку F1 для гибридов. Написано должно быть обязательно, что оно для огурцов и кабачков. И вот такие вот тоже грунты, тоже все подходят, которые для рассады тоже подходят для выращивания не только рассады, но и вообще для огуречков. Как вырастить рассаду огуречков, я думаю, вы знаете, но я напомню. Для рассады мы берем различные стаканчики, можно вот такие торфяные, можно просто маленькие емкости. Высеваем семечки, которые, если покрыты оболочкой, мы их не замачиваем. Семечки, которые не покрыты оболочкой, дополнительные, мы замачиваем до появления маленького всходика, корешочка. При появлении 3-4 настоящих листочков огуречки пикируем в большие емкости. Вот такого размера или такого. Но помните, для нормального роста огуречков требуется не менее 3-4 литров объема горшка. Для того, чтобы огуречки чувствовали себя хорошо на вашем подоконнике, окно должно быть светлым, теплым, не иметь сквозняков. Посадив огурцы вот в такую плошку или вот такой горшочек, мы должны помнить о том, что позаботиться об опоре. Огуречки – это вьющие растения, опора должна у них тоже быть достаточно крепкой, чтобы ваши растения, растишки не завалились и, в общем-то, спокойно оплетали систему, опору. Температура для нормального роста огурцов должна составлять не менее 20 градусов. Световой день тоже должен быть продлен, так как день за окном у нас короткий, и мы должны сделать дополнительное освещение огуречкам для того, чтобы они нормально себя чувствовали. Световой день должен составлять не менее 12 часов. О том, как удобрять, как правильно поливать, какие удобрения лучше использовать для ваших огуречков, мы расскажем всем в следующем ролике. Всем пока, оставайтесь с нами.